Итак, всем привет! Сегодня я решил приготовить самый простой и быстрый рецепт рыбы. Для этого нам потребуется фольга. Вот у нас есть фольга, и можно использовать любую очищенную рыбу. Я не помню, что это за рыба. В общем, она уже потрошенная, помытая. Вот. Сейчас я положу ее. В общем, рецепт очень простой. Что мы делаем? Мы берем фольгу, разворачиваем вот так вот, большой-большой кусок отрываем. Теперь мы на всякий пожарный лоснем рыбу. Я обычно использую какую-нибудь морскую рыбу. Я вам покажу локацию, где я ее покупаю. Ну, если вам, конечно, хочется покупать дешевую рыбу, красную, особенно какую-нибудь, и по очень выгодной цене. Так вот, мы так положили рыбу. Теперь мы берем специи, она у меня уже открытая. Мы берем вот приправы для рыбы. И начинаем обильно посыпать. С одной стороны. Поворачиваем на другую сторону. Свежая приправа. Самое, что главное, не надо ни солить, ничего добавлять. И также мы открываем брюшко и посыпаем изнутри. Вот так вот мы посыпали. Если у вас есть какие-то овощи, там, типа томаты, черри, перец, морковка, или вы любите с картошкой, вы можете все это сюда также добавить. Но я люблю рыбу с рисом, поэтому, ну, или там с каким-нибудь простым гарниром, типа там гречка, например. Соответственно, мы теперь это все вот так вот заворачиваем. Ничего не надо резать, не добавлять. И открываем духовку и отправляем в духовку. Есть один секрет для того, чтобы рыба получилась не сухой. Я вам рекомендую сделать сначала то, что мы сейчас сделали с вами, а потом забросить это все в морозилку, рыба замерзнет, и поставить это потом в замороженном виде сразу же в духовку. Из-за того, что она будет замороженная, там будет влага и вода, и во время приготовления она будет очень сочная. Мы выставляем духовку на 180 градусов и на 45 минут. Но так как у меня духовка супер мощная, я ее оставляю на 150-140 градусов на те же 45 минут. Поэтому получается вот такая вот очень вкусная и простая рыба за несколько минут довольно понравится вам и вашим гостям. Поэтому